Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. От душевного мятежа многие приходят к религии. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Человеку с буквы «К» по имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Становясь вспыльчивыми и раздражительными, они часто ставят под удар взаимоотношения с близкими людьми. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Владельцы этого имени обладают аналитическими способностями, великолепно приспосабливаются к обстоятельствам, у них развиты как способность к диагностике ситуации, так и к ее критическому разбору. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Носители имени, которые не связывают свою жизнь с бизнесом или торговлей, обычно достаточно неплохо распоряжаются деньгами. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.